Вы просто очень красивый, нам интересно, сколько вы тратите на себя денег, на свою красоту в месяц? Ну, в целом, я думаю, что где-то 1250, наверное. Сколько? 1250, наверное. Так, чтобы... Ну, типа, базовые, да, какие-то вещи. Это именно самая такая база. А вообще, между прочим, входит в красоту, чтобы ты не стрессовала, чтобы ездила на такси. А это еще сессия с психологом. А это сколько будет? У меня только на такси уходит 1070 в месяц. Сколько вы денег тратите на свою красоту в месяц? Много очень. Ну, примерно. 1100, наверное. Ну, может, больше даже. Да как так-то? На что это? Ну, все вместе. Косметика, типа маникюр, педикюр, одежда. Парикмахер. А вы? Ну, меньше немного. Ну, 1070 тоже. 70-80. Сколько вы тратите на себя денег? На красоту месяц. Только в месяц? Около сотки. Ничего страшного. Хотя, как бы, ну, нихуя себе. А вы? Это зависит очень сильно, потому что мы не здесь живем, поэтому да. Все очень зависит. Все зависит от винта. Зависит, если спорт брать тоже, то, соответственно, еще больше. Вот в 100 тысяч что входит? Ну, это салоны. Это какие-то прокачки себя, те же самые тренинги, все подряд. И если брать спорт, ну, наверное, тоже туда можно включить. Станции, спорт, тренировки, растяжки, все подряд. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть.